Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Я нахожусь на Золотой Неве, здесь вот на втором этаже магазин Фикс Прайс. Ну, я здесь зайду, тогда сниму обзор магазина. Будет что новое, не будет, уж покажу, что в ассортименте на сегодня есть. Ну все, пойдем смотреть. Здесь вот такая форма, я сделала один. $199, по-моему, цена. Вот такой ковшик. $199, нержавейка. Сковорода, такая же цена. До сих пор эти формы есть силиконовые. Воронка складная, силиконовая. Открывалка. Ножи всякие разные, куча. Керамические ножи. Кухонный для хлеба нож. 77 рублей. Это 99 керамика. Вот такой вот органайзер с перегородками. Корзина для кухни. Набор мисочек 51 рубль. Такой есть колпак, внутри фольга, накрывать горячие блюда, чтобы сохранилось. Нет. Терка вот такая, 199 рублей, с контейнерами. Стеклянные тарелки, 51 рубль. Вот такие вот, 25 рублей такие блюдца. Салатник 51. Вот 55 тарелка глубокая, как суповая. Вот такая тарелка 55 рублей. Такая 55. Вот 55. 51 вот такая. Тарелка вот 99 рублей. Как листик. Салатничек 77. Стаканчики 27 рублей цветные с листиками. Такая вот пиалка 77 рублей. Вот такие вот пиалы-бульонницы 77. Такие 99. Здесь игрушки есть, сортеры. Мне вот они, в общем-то, нужны. Вот-вот будет моему внучку 6 месяцев. Вот такой вот вариант. Здесь вот есть игрушка набросить кольцо. Есть такой детский стульчик 99 рублей. Конструктор веселой магнитики 199. Это уже старшим внукам, может быть, подошло бы, не знаю. Мобильный телефон 99. Садовник. Здесь лейка, лопатка, ну все такое, как будто сад-огород. Брызгалка. Здесь вот игры. Водяная игра с колечками. 55 рублей. У меня внуки любят такого плана играть. Здесь вот игровой чайный набор, сервиз. Вот такой наборчик. Мини-баскетбол. Он 199 рублей стоит. Тут для душа все. Шторы для ванной 199. Это как варежка мыться. Варежка для душа. Разные мочалки. Набор для ванной 99 рублей. Тут мыло. Положить вот для щеток. И стаканчик еще.
разные цвета. Такие мочалки. Белизна, отбеливатель 1 литр 27 рублей. Без красителей 99 рублей 2 литра. Вот. Биолан, посуду мыть 55 рублей. Облепиха и просто обычный био. Лоск 99, вот колор 1,5 литра, средство для стирки. Гель вот для стирки есть универсальный 1-2 литра, 55 рублей. Порошок 3,6 килограмма, 199 рублей. Для цветного белья автомат. Бумага 4 слоя, 3, вот 4 рулона, 3 слоя, 99 рублей. И 8 рулонов, 2 слоя, 99 рублей. Вот такие вот бумажки. Здесь ползунки детские. 77 рублей написано. Пеленочки вот такие 99 рублей детские. Кофточка какая красивая. 199 рублей. Киска. Киска прям из этих штучек. 30 размер. И еще есть размер 26. Вот такие толстовки детские, 199 рублей. Длинный рукавчик. Здесь как вроде кит. Трафарет. Вот так вот капюшончик. Здесь затягивается такие веревочки. Внизу резиночка. И вот такой цвет. Точно такая же. Размеры разные. 199 рублей. Я так не оставлю. Сейчас все сложу, на место положу. Никогда после себя ничего не бросаю. Так что вы не переживайте. Я вот сейчас вам покажу. И все сложу. Вот как было. Вот так все положу. Вот все сложила. Все аккуратненько. Все после себя. Я все оставляю аккуратно. Просто во время съемки приходится разворачивать, вам показывать. Потом, конечно, все я сворачиваю. Так, что здесь у нас? Это у нас, не поняла. Это трусы такие. Ух ты. Это трусы 77 рублей. Вот майки, кстати, 77 рублей всего стоят. Вот детские, смотрите, какие майки хорошие. Разные размеры. Вот оранжевые есть, синенькие, есть розовые. Розовая вообще красивая. Ну-ка. Ой, какая собачка. Смотрите, какая красота. Ну, у меня, видите, у меня мальчишки. Конечно, такой не возьмешь на девочку. Прелесть. 77 рублей такая маечка. Кошельки 99 рублей вот такие. Такие сумочки 199 рублей женские. Внутри один отдел только. Вот на такой цепочке. Вот такие сумочки тоже 199 рублей. Длинная ручка. Я посмотрела здесь внутри. Плохо одной рукой. Один отдел. И вот здесь открывается еще есть. Как можно типа кошелька использовать. Шапка женская вот 199. Вот такая вот мужская шапка 99 рублей. Но толстая вязка.
и разные, тут смотрю, цвета. Такие теплые шапки, 199 рублей. Внутри мех, такой искусственный, сделанных, здорово. И завязочки есть на девочек. Перчатки 99 рублей появились. В общем-то, такие уже тепленькие. Вот как кожзаменитель перчатки. Вот теплые перчатки 199 рублей. Вот такие теплые гольфы высокие 99 рублей. Как чулки. Вот тоже носочки интересные.